сейчас обьюсь со счета. Шестой уже региональный штаб президентской кампании Алексея Навального 2018 года. Казань для нас очень важный город, и наш штаб будет решать как важные технологические, так и важные политические задачи. С 25 декабря по 15 января, когда подписи собирать, мягко говоря, не очень просто. Поэтому мы сейчас заранее, задолго, в общем, наверное, беспрецедентно заранее. Федерального центра на права регионов, особенно богатые регионы. Ну, мы же видели недавно, как у вашего соседа, у Башкирии, отняли Башнефть и сделали это совершенно глупо. Потому что Башнефть по управлению компанией со всеми ее проблемами была лучше, чем Роснефть. То же самое Татнефть. Я акционер ее, между прочим, мелкий акционер и точно небольшой там фанат